плюс идет, минус идет через обмотку. Потом тут идет и на минус ключа идет. Управление питается от отдельного источника питания. И RFP460 транзистор. Тут снабер нет, тут есть снабер. Вот тут отцеплен. Скважность 47%, частота 24 кГц. Потребляет от сети, показывает 60-50 Вт. 65-63 Вт. Вольт, лампа, один вывод, одна комбинация выводов 60 ватт, другая 55 ватт. Так она горит. Стремление упало немножко. Вот это последовательно две спирали. Другая спираль. Включилась сейлграфт. Лучше высоковольтный
вот такой размазанный сигнал. Это потому что тут еще синусоида идет. Уже 127 ватт показывает. Что-то смердит. Диодный мост очень горячий. Видимо, нагрелся. Ой, тут все. Очень горячий. Диодный мост ГБПЦ5002. На холостом ходу тут 17 вольт.